детства. Это Анна Бессонова, абсолютная чемпионка мира 2007 года. Красавица. Упражнение с булавами. Дочка футболиста. Представляете, вот у нее, правда, и папа был замечательный футболист. И дочка гимнастки художницы, чемпионки мира в групповых упражнениях. Спасибо, Виктория дочь. Серых. Очень, ну, такой хороший, хороший вариант очень. И она не подводит своих родителей абсолютно. Вот можно смотреть и рассуждать, что кому нравится, потому что художественная гимнастика, конечно, очень красивый вид спорта. Он зрелищно, трудно тут вообще сказать нет. Но стили разные преподносит нам художественная гимнастика. В этом сезоне у Ани Бессоновой очень много драматичных композиций под серьезную музыку, этой «Страсти Христовы». Еще мы впереди увидим. Я думаю, но надо состояние это передать, да, уже, наверное. Хорошее упражнение с обручем. В силу, может быть, уже зрелости такой профессиональный, возраст уже не самый юный. Ну, умница, умница просто. Вот если я говорила у Козича высокая, длинноногая, то здесь не отнять. Ой. Это балет с предметом, классическая гимнастка. Да. Прелесть. Вот мне очень она нравится. И, естественно, я понимаю, какой труд за этим лежит уже. Сколько же пройденного. Эти тысячи раз повторения всяческих. Ну, кстати, это же и жонглирование тут, и балет. И, ну, чего тут только можно не видеть. И она... вот мне даже нравится вот этот, казалось, с одной стороны, строгость черная. Костюмчик, правда, с очень оригинальной спинкой. Да, да, все тут продумано, я бы сказала. Тренируется она, я надеюсь, у Дерюгина. Да, в школе Дерюгина.